А от ці невгамовні закохані навіть не приховують. У командах зіркових тренерів вони сподіваються здобути одразу два місця. Привіт всім, мене звати Єгор, мені 18 років, я студент Харківської академії культури. Сьогодні я прийшов зі своєю дівчиною, вона теж учасниця «Голоса». Привіт, я Дана, мені 20 років. Мы познакомились в академии. Мы живем в одном общежитии, еще у нас и комнаты напротив оказались. Моя комната и напротив его комната. Данка классная, мне с ней хорошо очень. Я знаю все о нем, он обо мне, даже знаете, самые такие секреты. Как-то так получилось, что сегодня мы будем петь раздельно. Не смогли слепить дуэт. У меня одна манера пения, у него другая, но мне очень нравится, как он поет. Я почему-то уверена, что он пройдет, не знаю, я так хочу. Если к нам повернутся тренеры, к обоим, это будет, наверное, вдвойне счастье. На выступление сейчас иду с мыслями, с такими, что прежде всего для себя и для близких своих людей хочу спеть, показать себя и то, что я умею и могу петь. Хочу всю жизнь связать с музыкой. Попасть в проект — это для меня это будет значить то, что я достоин вообще петь. Ой, зайчка! Він так нетипово виглядає, його з тисячі можна впізнати. Звісно. Ну давай, Єгор. Давай. Я завжди сентименти до людей в окулярах почуваю. Друг, страшно? Конечно, страшно. Крутилось пір'я на вітру, і я згадав негоду ту, в яку мене моя любов покинула. Виймали жала із грудей очата двох моїх дітей. І вся моя любов на них рікою хлинула. Зростають у гніздечку соколята. О, Боже! Прости! О, як я їх не хочу. Батька, не забудьте, поміж ти. Звертіся, брат. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодець. Молодець. Что ты натворила? Как вас зовут? Егор. Откуда вы, Егор? Я с города Харькова. Скажите, кто вас поддерживает? Как вы попали в проект? Поддерживает моя девушка. Борька! Борька! Ну и после этого выступления, я думаю, что поддерживает половину Украины, это точно.
Невероятно. Очень-очень-очень красивый тембр. И открытые есть низы. И я нажал кнопку, когда услышал, что есть и верха. Глубоко, чувственно. А середина, Сережа? Середина, само собой разумеющаяся. На слепом прослушивании ты показал очень достойный уровень. Я бы с большим удовольствием видел бы тебя в своей команде. Спасибо. Ну, я честно представляла, увидеть, сейчас повернусь, там должен стоять такой мужчина, ну, лет 40, с таким опытом, чтобы заспевать песню «Соколята», а перед мной парень, молодой, современный, стильный, такой неформальный, такие клевые очки у тебя классные, татушка такая. Спасибо. На руке. Такой прикольный. Поэтому, ну, я думаю, что именно в этом сочетании, знаешь, твоего тембра и вот в этой подаче, как ты себя ощущаешь, в этом тоже есть определенная фишка. Я тебя приглашаю в свою команду. И я думаю, что мы много-много сделаем интересного музыкального материала с тобой. Егор, ну, я думаю, что уже сам факт то, что хіпстер співає пісню «Що соколята», це виклик всій Україні. Так що... Чому я не повернувся, я, чесно кажучи, не знаю. Я вже 15 років граю в достатньо популярній групі, і вже всі ці 15 років не розумію, як група «Океан Ельзи» може бути популярна в країні, в якій всі слухають зовсім іншу музику. Але якось це стається. От я не можу вам пояснити, чому я не вибрав. Слава Богу, що інші повернулись. Я вам бажаю удачі. Спасибо. Спасибо вам. Ваши переживания, они на сцене, они гораздо старше, чем вы сейчас перед нами стоите. И я, сидя в зале как зритель, я бы вам аплодировала. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ну, а теперь хочется, теперь, конечно... Драка. Давайте, хочется крови. Крови? Нет, крови не будет, но я надеюсь, что будет верный выбор с твоей стороны. Конечно, есть два пути. Я обещаю, что мы сделаем хороший, правильный материал, номера выстроим правильно, и я думаю, что тебе будет комфортно, потому что все равно пацаны друг друга поймут, что... Вот. Спасибо. А с девчонками порой иногда бывает просто сложно даже донести свою мысль. А я думаю, наоборот. Свою мысль. Потому что, когда начнет Каролина строить глазки, это будет мешать работе, поверь мне. На самом деле, ты знаешь, что я прям чувствую, какие образы можно создать, потому что ты абсолютно сценичный. Ты вообще необыкновенно вот артистичный. Когда вот просто стоишь вот так вот, чисто такой, ну, в принципе, чувак, это... клевый такой. Я тебя хочу, я тебе... Да, все. Можно вот так. Все, стоп. Стоп. Я думаю, знаешь что? Что так, такими глазами, как девушка смотрит на тебя, мальчик не может смотреть. У него уже есть девушка. У него будет уже есть девушка. Я не хочу, чтобы подошел Халилов. Хабин и деду Анилов. Дивите, Ему нужен мальчик, да? Мальчик в работе, конечно. Многомиллионная аудитория будет твоей. Эти зрители будут кричать. Я тебе, знаешь, мы хотим скажу? Тебя. Здесь есть еще один плюс, что та аудитория, которая у меня есть в России, автоматически будет у тебя. Так, друзья. Ему не нужно быть копией кого-то. Он настолько самодостаточный, что у него будет своя собственная аудитория. Но посредством моей. Не слышится, что не слава кричит. Шайбу! На самом деле я знал с самого начала, кому я пришел сюда. Огромное спасибо, Сережа. Огромное. Но я выбираю Ани Лорак. Поздравляю. Спасибо. Удачи. Очки, правда, хипстерские у вас. That tonight's gonna be a good night.
Ну все, Егор? Улядки ви моє в окулярах. Навколо ж ви таке талановите? Таке хороше. Я? Та ви успішний мужчина. Тільки пообіцяйте мені зараз, рученьки візьміться, що ви не зрадите один одного, коли до вас прийде слава, популярність, ці фанатки під вікнами, які будуть кричати «Єгор! Єгор! Вилітай! Соколятка ти наша!» Ні, я думаю, що ваша сімейка не розрушиться. Браво, я дуже вами пишаюсь. Це було так достойно. Рівно за тиждень. Подія, яку обговорюватиме вся країна. Енергетика, драйв. Вообще, улет, клас. Все чотири тренера повернулись к вам. Гладіаторська битва, да. Поэтому я приглашаю вас в свою команду. Наша донечка здобула прихильність чотирьох тренерів. Унікальні вокальні тактики учасників. Я вмію розмовляти дитячим голосом. Неочікувані перетрубації. От що? А шоу він мені зробить? Я прям жду какі-то от голоса, які прям ідеально дожди. Ви його тільки що пропустили. Новостворені колективи. Підпойомте дует з Святославом. Це круто. Це шоу, про яке знають у цілому світі. Україна сьогодні в тренді в мировому. Долі змінюються тут. Візьміть мене всі. Побачте все на власні очі. Бог вам дав талант і красивий тембр. Вірте в себе.